Хочу показать очень удачные тумблеры, которые я купил на Алиэкспрессе. Ну, они действительно удачные, потому что, покупая такую фурнитуру, как кнопочки, переключатели, тумблеры, когда покупаешь 10 штук за 1,5-2 доллара, в общем-то, получаешь действительно качество на 1,5-2 доллара, и когда покупаешь 10 штук за 4,60, то... Я имею в виду в долларах 4,60. 4 доллара 60 центов 10 штук. Это значит по полдоллара за штучку. То они приезжают, конечно, совсем другие. Давайте посмотрим, что приехало за 4,60 за 10 штук. Тут продавец положил еще свою визитку, которая нам нафиг не нужна. Давайте покажу, что купил. Сразу скажу, что тумблеры покупались для постройки руда. Это ручка управления двигателем для ИЛ-2 будет. Вот там часть функций будет переключаться именно тумблерами. Посмотрим, что у нас есть. Значит, ага, стоп. Продавец положил тумблеры отдельно, гайки, шайбы, все отдельно. Значит, вот такие тумблеры. В чем их прелесть? Ну, во-первых, мягенький ход, классный. Во-вторых, плоская такая лопаточка. Не знаю, наверное, надо сделать фотографию, показать, как они выглядят крупным планом. Ну, сейчас сделаю фотку, покажу. Давайте проверим, как гаечка накручивается, какой вид имеет. У тех тумблеров, которые за 1,5 доллара 10 штук, там гайки корявые такие. Здесь, конечно, очень красивая такая гаечка. Фасочки сняты, полировано, внешний вид, ну, конечно, на высоте. Что-то сказать трудно. В смысле, плохое что-то сказать трудно. Давайте посмотрим, как они работают. Проскочил. Так. Удобно одной рукой держать. Стоп. Плохо контакт держу. Надо как-то извратиться вот так, наверное. Во. Они действительно приятные, очень у них легкий ход такой, без закусывания, без заедания, просто мягенько, приятно. Ими даже работать, баловаться приятно. Ссылка на сайт продавца будет в описании. Еще добавлю, еще вот интересный факт увидел, выяснился, что продавец к 10 тумблерам насыпал 24 гаечки, то есть... Дефицита гаек не будет, и у нас будет возможность закрутить тумблеры так, чтобы на лицевой панели у нас была ровно гаечка за подлицо. То есть мы стопорную вторую гаечку 100% поставим изнутри. Вот, конечно, продавец в этом плане молодец, потому что на 10 тумблеров насыпать 25 гаек — это уровень. Я такой первый раз вижу. Ну, в общем-то, все, что хотел показать. Буду строить руд, покажу, как они будут смотреться на самом девайсе. Спасибо всем за внимание. До новых встреч на нашем канале.